наше отношение к западным так называемым партнерам было стабильным. Мы понимали их действия конъюнктурного плана. Это не значит, что мы их принимали, но мы понимали, мы это знали. При этом мы все время предлагали нормальные, стабильные, взаимовыгодные отношения. И от, в общем-то, этого партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, взаимодействия отказался сам Запад, разрушая планомерно всю ткань наших отношений в экономике, в финансах, не знаю, энергетики, ну, про, наверное, вопросы безопасности мне говорить не стоит, в принципе, потому что разрушены были все основополагающие, это к вопросу о международном праве документов, на которых эта самая стратегическая стабильность и безопасность зиждилась. Все в одностороннем порядке было Западом разрушено. Посмотрите, что делали с теми странами, которые восставали или восстали против нелегитимных или неуважающих или разрушительных для себя действий Запада. Их тут же блокировали по периметру. Нас просто невозможно сделать. Ну, вы понимаете, да? Можно, что Запад и сделал, заблокировать Западу самих себя. Вот это точно. Если кого-то они изолировали себя от нас. Вот это стопроцентная правда. Себя у них изолировать получилось. Нас изолировать невозможно.